Опять я у этих серьезных людей. Коробок миллион. Все чинят, чинят. Говорят, идем быстрее, включай камеру. Ну идем. Идем, 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 идем. Куда мы идем? Идем, покажу Таврию, говорит. Так а что с ней? Сломалась? И что? Так она же на роботе, блин. Она в любой поворот должна входить. Блин, а куда мы? Мы хоть в Броварах или куда-то дальше идем? В Броварах. Трансформеры дивиться? Да. Как они это машины. Токаря тут у вас на месте, офигенно. Превращаются в этого, в робота. Да. Вот это у меня то же самое получилось. Да ну ладно, что ты рассказываешь. Такое в Ставрии такое быть не может. Там... А, хотя там робот же у тебя. Да. Ёханы бабай. Внимание, поворачиваю камеру. Блин, офигеть вообще. Охренеть, блин. Вот это вы звери, блин. Ну мотор целый хоть? Все целое. Даже а коробка? Целый. Даже я целый. И, ну да, и ты целый. Так ты за рулем был? Да. Один. Охренеть, хорошо. Не, ну тут и так вроде. И что это было? Перебегал столб дорогу или что? Не, мультик. Мультиван? Да. И что, он по второстепенной? Я виноват. Ты виноват, ой, блин. Алло. Охренеть можно просто. Просто охренеть. Не, это один был, говорит. Посмотрите на торпеду. Это известная Таврия, которую я показывал с роботизированной фиатовской коробкой. Да. И как это он сделал? Это руль спортивный. Просто спортивная, видите, машина была быстрая очень. Уничтожил, блин. Ну так еще, слава богу. Ну, блин. Сам целый. Да вон он бегает где-то за туалетом там. Говорит, вас плохо слышно. А ну, дверь открывается? Открывается оно. И закрывается. Да, друзья. Это, блин, жесть. Это жесть. Это жесть. Вот мотор на месте. Коробка роботизированная. Тоже уцелела. Робот стоит, автоматическая трансмиссия. Чашку, да, там завалило все-то. Не, ну кузов у Таврии не креп, не особо. Ну, хотя и не слабый так. Сложила, но удержалась. Что с мультиваном, интересно? Поломал на две части, короче, Таврию. И тут еще остатки Таврии. Если кто с пассажиров сидит, то, конечно... Никого не было. Никого не было? Нет. Да. Короче, ездите осторожно, называется. Следите за помехой справа. Это он справа не уступил, получается. Порожек. Дверь. Просто разорвала. Но она далека от идеала была. Короче, соблюдайте. Колесо порвано, правила дорожного движения. Блин, классная была Таврия. Ну ничего, купит. Они сейчас недорого, баксов за 300-400 можно что-то купить, да. Перебросить, что не хватает. Ехать дальше. Жалко, что была уникальная в плане трансмиссии. Это можно поменять, поставить обратно. В общем, соблюдайте правила, будьте осторожны. Следите за помехой справа. До встречи. Всем пока. Спасибо. Торпеду не показал. Это жесть вообще. И карта. Ну да, тут чьи-то ноги, если были, мало бы не показалось.